не вымогать два очистку землетрясений, тварь! И потому что она мне крадет очистку землетрясений, давай выкладывать спать, я же выбегать на камеру и наварить на очистке землетрясений речи Путина. Держав незаконной изоляции, я прочусь после тебя и твоих родственников, и твоих соседей, понятно? Не держать политической изоляции, требовать валить в Москву, читать землетрясения, вы что-то оротовели, блядь, и не пропускать, включая заявление в СКР. Значит, говорить, как ты понимаешь, здесь нет звука, все. Провод. Провод работает. Когда надо, у меня все работает. Тут же работает настольный компьютер. Я предупредил, он и не выпадал. Мне политическую изоляцию делать от всяких речух Путина и запрещать вставать вовремя. И запрещать дневной свет. И вы говорите, что они крадут мне на истовидение землетрясения и нашли мне продукт. Это незаконно. Точка. Все, клади трубочку. Я тебя предупредил.